Друзья, всем привет! С наступлением новогодних праздников возрастает спрос на пиротехнические изделия. Сегодня мы пришли в магазин по продаже пиротехники для того, чтобы узнать, знают ли наши жители правила ее безопасного использования. И за правильные ответы мы подготовили для них подарочки. Ну что, начнем? Добрый день! Как вас зовут? Кирилл. Покупаете ли вы пиротехнику к Новому году? Да. А что предпочитаете? Чем интереснее? Петарды, фейерверки. Тогда мы предлагаем вам поучаствовать в нашей викторине. Угу. Можно будет получить подарок. С какого возраста разрешена продажа пиротехники? С 16. Правильно. А где можно покупать пиротехнику? Ну, в магазинах, где она продается. Ну, в определенных магазинах. Так. Хорошо. Должен ли быть в магазине сертификат на продукцию? Да, должен. Так. А где можно пиротехнику... эту зажигать, например? Ну, на открытых местностях, подальше от домов там всяких. Uh-huh. Ну, в этих помещениях нельзя. Направлять на людей нельзя. Нужно расстояние соблюдать от петард, ну, там 5-10 метров. Ну, в банки их не закидывать. Даем приз. Сейчас посмотрю на вас. Какие безобидные эти. Может, меньше. Какие нравятся. Эти берешь. Алина меня зовут. Алина. Мы сейчас находимся возле ларька, где продают пиротехнику. Угу. Скажите, пожалуйста, вот новогодние праздники. Планируете ли вы приобретение салютов, пиротехники, бенгальских огней, что-нибудь? Нет, нет. Не балуетесь таким? Нет. Я наоборот даже боюсь немножко. Боитесь? Ну да. Но вы знаете, что если безопасно использовать, то бояться не нужно, потому что в таких магазинах вся продукция сертифицированная, но... Знаете ли правила использования? То есть ну, вот... да, вполне знаю. Ну, в целом, вы можете немножко припомнить, рассказать? Ну... Вот где можно зажигать? В помещениях можно? Нет, ну, естественно, в помещениях нельзя. То есть это должна быть открытая какая-то зона, чтобы, ну, близко, допустим, не стояли дома, там, ну, где-то какие-то там здания, все такое. Ну, то есть чтобы свободная такая Верно. Зона была. Верно. А вот. С какого возраста разрешена вот продажа? Мне кажется, с 18, либо 16, либо с 18, что-то такое. 16. А. 16. Бенгальские огни имеете да, в виду? Да, да. Тоже вот был случай как-то, то есть мы дома там разжигали, искра попала на диван, там, ну, диван, естественно, не загорелся, но то есть, ну... Ну, прожегся. Прожег, да. Вот, то есть да. Тоже надо аккуратно. Да, согласна. Ну что, спасибо. Давайте. Вот, может быть, захотите такого баланса. Вот, ну, читайте сюда обязательно, инструкцию обязательно читайте сюда. Вам спасибо, что участвовали.